Всем привет, вы на канале Бирхантер. Сегодня будем измерять, сколько килограмм в этом арбалете, в мамбе. А то все думают, что я одним пальчиком взвожу. Ну давайте, сначала у меня тут гвоздик есть. Установим сюда. Возьмем безменчик. Оператор у меня будет заодно говорить, чтобы мне очки не одевать. Давайте сначала занатяжитель заведем. Некоторые ошибку допускают. Занатяжитель взводят и думают, что там столько мощности. Давай, братан, смотри. Сколько там максимально? 16. Сколько дальше? Я сейчас... 20. 20? Угу. Сколько? 18. Короче, 20 максимум было, да? Ну, давай, стрельнем, а потом за тетиву измерим. Взвели арбалет, берем мамбу, вставляем сюда стрелу, ну, чтобы холостой выстрел не делать, и стреляем. Теперь давайте установим сюда тоже. Это у всех такая ошибка. Глубочайшая ошибка. Измеряют плечи за натяжитель. Фигня это все, ребята. Все, давайте вот берем натяжитель. И будем измерять. Так, где у нас тут правильно? Вот крючки кладем на тетиву. И будем смотреть и за тетиву тянуть. Готов? Давайте посмотрим. Действительно у нас 43 килограмма. Или может меньше. Так, ход будет длинный. Готов, братан? Ну что, да, оп. Там главное, чтобы не спрыгнуло. Давай, смотри. А, бля. Стоп. Да подожди, там, посмотри туда. Что-то там как-то хреново идет. Давай, смотри. А, бля. Спрыгнуло. Стоп. Давай вот так вот сделаем. Снизу их забабахаем. Потому что... эта фигня перепрыгивает на тетиву. Так, где тут дырка, чтобы не вылетела? Во! Смотри, сколько там. 34. Блин. Сам главное, чтобы гвоздь выдержал. Сколько? 38. Не могу дальше. Покажи туда. Смотри сюда вот. То, что здесь взводить начинаю... и вот эти вот пластмасски упираются сюда. До конца завести не могу. Сколько там? 38 было? Ну, короче, 43 килограмма здесь есть. Надо какие-то другие крючки придумать, чтобы они прям не смог завести. А самый пик, это когда тетива будет вот здесь вот. А у меня вот здесь вот тетива застревала. 38. Но это не предел пика. Повторюсь, вот эти крючки слишком большие. Надо будет что-то поменьше придумать, чтобы у нас тетиву мы смогли зарядить. И смотрите, глубочайшая ошибка. Ух ты, блин, вот это пальцы. Ау! Блин, у меня пальцы онемел, братан. А! Фак! Ё-моё! Вот это я потянул. Сухожилие, что ли, переделал? Ну ладно, смотрите. Вы когда тетиву взводите, вот у вас столько вот натяжения идет. А когда за натяжитель взводите, смотрите, у вас тетива в три раза дальше взводится. В два раза дальше, смотрите. Ход тетивы идет. Метод лебедки тут есть. Я тут с одними поспорил в магазине, которые профессионалы. Они мне сказали, что за тетиву, что так, одинаковая мощность должна выдавать. Я говорю, да нифига, ничего подобного. Кстати, пацаны, вы мне теперь вискарь должны. Потому что вы проспорили. За тетиву в два раза жестче это все. За натяжитель в два раза легче. А так 38 мы сделали, но мы не до конца довели из-за того, что здесь... вот этот вот лепесток еще мешался. И вот это вот мешалось. Эти пластиковые крючки не дали ходу тетивы дать на максимум разгрузиться. Но было 38, правильно? Так что вот так вот. Глубочайшая ошибка. Измерять арбалет за натяжитель. Надо измерять его за тетиву. Только крючки надо поменьше взять. Блин, а палец у меня онемел. Кошмар какой-то. Вот такой вот лайфхак. И познавательное видео от метателя. Кто не подписан, подписываемся. Лайк ставим, пишем комментарий, как вам такое. А мне пора, по-моему, к доктору поехал. У меня палец онемел от такой нагрузки. Всем пока, до новых встреч.